По данным Нацстаткома, импорт крупного рогатого скота составил 29 400 голов. Поставки домашней птицы из других стран за 8 месяцев составили 159 000 голов. Общий импорт лошадей в январе-августе составил 2700 голов против 508 в январе-августе 2020 года. Поставки овец и коз из других стран за 8 месяцев этого года составили 750 голов. А в январе-августе прошлого года эти животные не импортировались.